Привет, товарищи бухгалтеры и предприниматели! С вами Маржан Сарыбаева, и я бухгалтер в компании MyBook.kz. Пришло время поговорить о гражданстве, только не о моем. Наши клиенты интересуются, можно ли, сменив гражданство, продолжать вести предпринимательскую деятельность в Казахстане или придется закрыть ИП. Давайте разбираться. Обратимся к нормативной базе. В данном случае заглянем в предпринимательский кодекс Республики Казахстан. Откроем пункт 1 статьи 30. А там сообщается, что на территории Казахстана в качестве ИП могут зарегистрироваться граждане РК или оралманы. Однако в пункте 3 статьи 1 этого же кодекса установлено, что если между Казахстаном и другими странами имеются международные договора, ратифицированные Казахстаном, и они содержат иные нормы, то приоритет за международным договором. Если предприниматель сменил казахстанское гражданство, например, на гражданство Российской Федерации, то здесь имеется договор о правовом статусе граждан одного государства, постоянно проживающих на территории другого государства, заключенный между Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и России. Данным договором предусмотрено, что постоянный житель страны, то есть имеющий вид на жительство, пользуется такими же правами и свободами и несет такие же обязанности, что и граждане, а значит, вправе осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность. Вот только придется соблюсти несколько формальностей, а именно – после получения гражданства Российской Федерации ИП нужно подать в налоговую ликвидационную налоговую отчетность и заявление на прекращение деятельности ИП. Второе. Получить вид на жительство в РК с присвоением нового ИИН. Третье. Открыть новое ИП на гражданина Российской Федерации с постоянным местом жительства в Республике Казахстан. Эти процедуры вам потребуется выполнить, если вы планируете находиться фактически на территории РК. Если же гражданин намерен уехать на ПМЖ, то нужно просто закрыть ИП и сдать ликвидационную налоговую отчетность. Давайте зафиксируем. Вести предпринимательскую деятельность в Казахстане, не имея вида на жительство, нельзя. А если у вас остались вопросы бухгалтерского, юридического и налогового характера, то вам всегда помогут специалисты MyBook.kz. Обращайтесь!